pasture place just to see what I could see. Всем привет! С вами я, Максим Кайгородов, и это презентация дистанционного курса по лоу-поли моделингу персонажа. Курс является одним из небольших этапов полноценного обучения трехмерной компьютерной графики для мобильных устройств. Всего таких этапов 8, два из них это моделирование элементов окружения. Фактически вы моделите здесь игровой уровень и моделирование игрового персонажа. Вторая часть — это текстурирование. Здесь у нас 4 этапа: создание маппинга, создание фотореалистичных текстур, детализация текстур с помощью скульптинга в ZBrush, рендер в текстуру. Здесь используется и перенос текстуры с высокополигональной модели на низкополигональную модель, и рендер отдельных элементов и использование этих элементов в текстуре. В третьей части вы подготавливаете вашего персонажа к анимации, настраиваете скелет, настраиваете контроллеры. Часть четвертая — это, собственно, анимация. Здесь вы создаете несколько анимационных циклов, которые обычно используются в игровой графике. Это такие циклы, как ходьба, бег, смерть, бой и так далее. И кроме самой анимации, научитесь экспортировать анимацию и модель в игровой движок. На данном же этапе, на этапе, о котором мы говорим с вами сейчас, мы создаем как раз игрового персонажа, который будет участвовать в нашей виртуальной игре. На этом этапе вы научитесь оптимально использовать инструментарий программы для низкополигонального моделирования. Кроме того, узнаете об ограничениях низкополигонального моделирования, узнаете о необходимых действиях для того, чтобы оптимизировать модель, для того, чтобы количество полигонов не превышало требования либо заказчика, либо программистов, либо просто движка, если вы работаете один. Также, в отличие от обычного низкополигонального моделирования, здесь еще уделяется особое внимание топологии персонажа, поскольку модель эта должна участвовать в дальнейшей анимации и, соответственно, быть к этой анимации подготовленной. То есть при анимации не должно возникать каких-то лишних деформаций, ничто не должно смущать и даже раздражать игрока. Сразу хочу обратиться к тем, кто считает, что ему не подходит это обучение, поскольку курс называется «Создание игровых моделей для мобильных устройств». Хочу отметить, что это не означает, что мы создаем модели исключительно для мобильников. Это означает лишь то, что вы учитесь соблюдать те ограничения, которые требуются для низкополигонального моделирования, для любого. Точно так же это касается и текстурирования, и анимации. То есть все те знания, которые вы получаете на этом курсе, вы можете применять при самом обычном моделировании, то есть даже не низкополигональном. То есть если даже вам потребуется что-то сделать для обычных компьютерных игр, вы с легкостью сможете это делать, если пройдете наш курс.